Здравствуйте, дорогие друзья. Рита. Здравствуйте, Аня. Мы ведем наши программы с центра Сан-Гейтс, радиоцентра Сан-Гейтс. Меня зовут Рита Борит, и у нас на связи ведический астролог Анна Ласточкина. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте еще раз, Рита. Рада быть снова в эфире. Да, у нас было пару вопросов, мы можем ответить? Или мы забыли об этом пока? Мы можем ответить, если вы помните вопросы, потому что я их не помню. Хорошо, сейчас одну секундочку, я найду вопросы. Вообще, в принципе, у нас сегодня программа про льва, да? Наш очередной знак зодиака, лев. Ну, у нас тут было пару комментариев и пару вопросов. Сейчас я их озвучу. Ну, во-первых, нам сказали, что с нами очень интересно. Спасибо большое, Ольга Калинина, да, которая слушает. Вообще, спасибо всем, кто слушает. А вопрос был такой от Екатерины. Анна, спасибо большое. А если Венера мужчины в весах, а у меня там пусто, но заполнен седьмой дом, какой вариант продолжительных отношений возможен? Но в данном случае нужно, конечно, смотреть всю карту. Но вы, наверное, это вопрос, наверное, из той темы, тема совместимости, и что мужчина подбирает себе женщину под ту энергию, под энергию своей Венеры, потому что у мужчины принцип удовольствия выражается через определенные качества. То есть если у мужчины Венера в весах, то он ищет женщину, которая была бы уравновешенной, искала бы это равновесие в жизни, была бы социально адаптивной, общительной, ей бы нравились различные церемонии, то есть она бы была такой рассудительной. Еще зависит от накшатры, в которой Венера. Но в целом примерно такой образ женщины он ожидает. Женщины как его вдохновительницы, любовницы, с кем ему интересно проводить время. И вопрос, скорее всего, был о том, а что, если у меня нет этих весов, как же так мне жить с этим мужчиной? Но у меня при этом заполнен седьмой дом гороскопа. Седьмой дом гороскопа как раз-таки отвечает за партнерские отношения, надо посмотреть, чем он заполнен, какими энергиями. И в принципе, если он заполнен энергиями, то да, то такой человек ищет равновесие, ищет основной задачей в жизни его становится партнерство. То есть как-то прорабатывать, видеть себя в ключе взаимодействия с другими людьми, постоянно обращать на это внимание, как у других, как другие. И, конечно, можно косвенно сказать, что продолжительный союз возможен. Продолжительный союз строится на основании самых разнообразных точек соприкосновения. И в данном случае каким-то образом можно это притянуть, сказать, что моя задача развиваться в отношениях, а мой мужчина ищет женщину, скажем, такую, которая бы ценила эти отношения, ценила бы равновесие в отношениях. Поэтому в зависимости от того, как вы развиваетесь в этом доме, так у вас могут складываться отношения с этим мужчиной. В общем, можно сказать вот так. Ну, спасибо. Очень, очень интересный ответ. Я думаю, что все зависит от женщины, сколько она хочет иметь в жизни этого мужчину и работать над собой, или ей проще, да, быть. Чисто астрологически я бы сказала, что зависит от того, в каком знаке все эти планеты. И если эти все планеты, скажем, в близнецах, то это легкий вариант общения, потому что женщина развивается через коммуникацию с партнером, в связи с партнерством в этой жизни. То есть это такой же воздушный знак, как и весы. Если же, например, это какой-то знак, который с весами не очень сочетается, ну и не знаю, придумаем там, допустим, скорпиона, да, что это разнородные энергии, то здесь может быть затруднено общение, потому что женщина много скорпиона, а мужчина ищет энергию весов в женщине. Вот, то есть зависит от знака. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо. Ну что ж, мы продолжаем разговор о зодиаке. Да? То есть это был один единственный вопрос, да, на который... Да, да, вопрос был один, остальные были комментарии, был еще один комментарий.
Потрясающе приятный человек, это вас, Аня, я думаю. Наконец-то действительно поняла, что такое гороскоп. С нетерпением жду следующей встречи. Вот. Ну хорошо, давайте продолжать встречи. Да. И сегодня будет очередной этап обсуждения гороскопа. Мы приблизились к очень значимой точке, к значимому знаку, вернее, к значимому отрезку гороскопа. Это 30 градусов, которые соотносятся с созвездием Льва. И давайте скажем сначала опять про весь гороскоп в целом, откуда мы начинали. Да, мы начинали с Овна, и мы вот сейчас будем говорить о Льве. Что интересного в этом? Дело в том, что Лев — это второй огненный знак. Первый огненный знак был Овен, и Лев — это второй. Еще будет Стрелец, то есть всего у нас три огненных знака. И гороскоп, в принципе, можно разделить на три таких большие, три больших отрезка. От Овна до Льва, от Льва до Стрельца и от Стрельца до Рыб. То есть вот такими вот тройками, три больших отрезка. Это три ступени эволюции души. И вот что делается, что происходит на первой ступени? Когда мы родились, мы опускаемся в материю. То есть нам нужно закрепиться в личности. Душа сюда пришла поиграть, ну, какой-то опыт пережить, да. Поиграть. Конечно, поиграть. И делает с помощью личности. То есть нужно, чтобы сформировалась личность. И чем сильнее личность, тем увлекательнее игра. Чем сильнее вот эти вот позиции, закрепления в этой матрице, тем человек более, скажем, более интересную судьбу проживает. То есть она у него наполнена вот таким вот каким-то азартом, ну, он может стать королем, президентом, то есть, ну, вот разные бывают судьбы. Конечно, каждая жизнь, она очень ценна, и нужны и такие тихие воплощения, да, вот когда что-то познается. Но, как правило, человек приходит на консультацию в поиске своей личности. Больше это не вопросы души интересуют, а вот такие вот выгодные вопросы, вот как мне выгоднее себя в этом мире преподносить, чтобы получить как можно больше опыта. Потому что всем хочется опыта. Ну и, конечно, всем хочется опыта такого яркого, чувственного и желательно без проблем. Но такого не может быть. Потому что сами условия игры таковы, что нужно проходить через стадии взросления, через проблемы. И мы играем все время разные роли. В разных жизнях разные роли, в разные периоды жизни тоже в разные роли. Так что действительно это жизнь. Жизнь-игра. Да, мы в ней актеры, вот, знак Льва, он как раз и связан с этой самой игрой и с определением, с нашей ролью. И как раз-таки с ярко выраженным знаком Льва рождаются театралы. Люди, которые любят играть не только саму жизнь, но саму жизнь превращать тоже в такую эксцентричную, яркую игру, наполненную красками, эмоциями, и выражает ярко свое «я» на сцене, среди людей. И они немножко такие обособлены от публики, они хотят, чтобы на них взирали со стороны. И вот. То есть у Льва есть у нас вот такое же представление, можно сказать, что Лев — царь зверей, и то же самое мы можем сказать о гороскопе, о зодиаке. А символы, они полностью соотносятся с качествами. То есть мы медитируем на символ, и мы получаем представление о том, какими качествами обладает знак Льва. Так же, как мы медитируем, например, на тельца, на вот корову или такого быка, и мы представляем, что телец — это, допустим, что-то стабильное, устойчивое, дающее питание, пищу. Да, вот мы обсуждали. Также вот на любой символ, он соотносится с качествами. И какие же качества у Льва, давайте перечислим, позитивные, ну, такие яркие, личностные, связанные с яркостью человека. Но когда мы говорим, что это в плюс идет, а не в минус. Ну, во-первых, это достоинство. Достоинство и такое вот чувство, вот чувство превосходства над другими, это было бы уже в минус, да, но такое хорошее чувство превосходства, когда человек осознает свою ответственность, он осознает силу своей позиции, и одновременно с этой высокой позицией он умеет служить. Вот это вот качество такого Льва возвышенное. Ну, наверное, такие же качества, как мы представляем себе царя, да, на самом деле царя вот где-то в каком-то царстве или по ведической культуре, да, царь, который несет ответственность за весь свой народ,
и придумывает какие-то законы, которые, ну, царь, наверное, законы не придумывает, но он чувствует, действительно чувствует ответственность за свой народ. И ему присуще чувство дисциплины. Mm-hmm. То есть положительное качество льва – это, конечно, встроенное чувство дисциплины. Такие люди чаще встречаются на руководящих позициях, у кого, например, асцендент во льве, а вот, например, вы, Рита, у вас асцендент, вы ведете передачу. Это сегодня только, может быть, или вообще? Это вообще, это всегда, то есть человек рожден восходящим львом, то есть это значит, что у него уже заложена задача определенно развить свою я в этой жизни, проявить. Может быть, это будет страшно в зависимости от того, где солнце находится. Страшно. Солнце управляет львом, да? Солнце управляет знаком льва, и солнце может находиться, может быть, в какой-то не очень благоприятной позиции, человек вроде хочет этой власти или хочет центральной позиции, но все время от него ускользает. Тоже такое может быть, но все равно задача остается быть в центре внимания. И как бы жизнь сама двигает человека в центр, вот как вас двигает. У меня три планеты во льве, очень много там заполнено, все это вот знак льва тоже ярко выражено. Ну и как, получается? Да. Двигается? Двигается постепенно, да. Именно, особенно когда у человека находится там Раху, это вектор развития в этой жизни, то есть это энергия дерзновения, такая вот сначала страшно, но хочется и надо. Вот в моем случае Раху находится во льве. И в этом случае человек постепенно примеряет к себе позиции такого роли, ну, яркой роли в жизни. Это приходит не сразу, потому что когда Раху во льве, то Кету в Водолее. И Водолей, он еще помнит по прошлой памяти, как оставаться на уровне группы, как не высовываться. И дает такого человека скромного поначалу эта позиция, но который постепенно завоевывает эту царственную позицию. Mm-hmm. Вот. Поэтому дисциплина, как я сказала, дисциплина все время связана с руководителем, потому что руководитель не может не прийти вовремя, потому что все его ждут, например, на проведение того же эфира, чтобы быть. И это позитивное качество льва. Дальше очень большой творческий потенциал. Прямо вот, потому что в этом знаке очень ярко проявляется «я». Вот именно в этом знаке кристаллизуется или выкристаллизовывается эго человека. Вот все, что мы до этого проговаривали, все эти знаки от Овна до Рака, это еще вот такая стадия, когда мы только начинаем примерять на себя этот материальный мир. Вот мы детьми пришли, Овны. Овен, мы родились, вот первый, наш первый крик, наше рождение, наш вот этот импульс, и мы пошли развиваться. И вот в переломный момент есть в зодиаке, он называется Ганданта. Таких Ганданты три. Ганданта — это место на стыке двух стихий, которые между собой противоборствуют. И в данном случае между Раком и Львом противоборствуют две стихии, то есть они очень разные по своим качественным характеристикам, это вода и огонь. То есть если мы воду и огонь соединяем, то получается выброс огромного количества пара. Да? Ну, mm-hmm. То есть всё, этот сложный стык — это место в плане эволюции ребенка, это место отделения от матери и переход под опеку отца. То есть Раком управляет Луна, материнский принцип, а Львом управляет Солнце, отцовский принцип. И вот этот переход, переход созревания личности, когда мы уже отделяемся от мамы, а нам это тяжело, ребенку всегда тяжело отделиться, и понимаем, что у нас есть какая-то внутренняя солнечная суть, и мы, в принципе, очень отличны от других людей. Во Льве человек начинает понимать, чем я отличаюсь от других. Чем мой интеллект, чем мои вот эти интеллектуальные особенности отличаются? Это время выбора образования. Именно вот в это время школьник, да, которому лет 16-18, там, начинает задумываться о том, в чем моя конкретная особенность и куда я пойду учиться. И Лев соответствует пятому дому гороскопа, ну это пятый дом зодиака, пятый знак зодиака. И это именно дом, связанный с образованием, то есть выбор образования моего университетского, то есть не школьного, где все под одну гребенку, там еще все ходят с одним классным руководителем, а именно в
то образование, которое отделит меня от других людей. Вот это вот университетское. Я потом на этом образовании буду строить свою там карьеру и дальнейшую жизнь. Вот такое значение отводится в знаку Льва, вот этому месту в гороскопе. Еще какие качества? Щедрость. Для Льва характерна щедрость, когда он удовлетворен. Ну, потому что Лев сначала у любого Льва есть задача завоевать свое место под солнцем. И когда он его завоевывает, когда все принимают его власть, он становится очень щедрым, потому что это солнечный знак, и солнце всегда дает тепло, защиту, покровительство. А есть такое качество у Льва, как справедливость? Да. Почему-то вдруг появилось. Знак соответствует задаче человека, которая называется дхарма. Вот эти огненные знаки, они связаны с дхармой. Дхарма — это правильное действие. И для Льва очень важно вот это правильное действие в жизни. То есть в зависимости от того, какое солнце в гороскопе, если солнце при этом сильное, стоит в очень хорошей позиции, человек может быть правителем, потому что нужно выбирать только тех людей, которые разбираются в вопросах дхармы, что есть правильно для моего народа. Это знак отца, да, вот знак, связанный уже с отеческим покровительством, как царь — это отец народа. И вот это есть, какое правильное действие, какие справедливые действия я должен совершать по отношению к своему народу, подчиненным. Это знак, как я сказала, очень высокого творческого потенциала и очень яркая сторона. А там есть середина Льва, то есть есть начало Льва, там, где мы занимаем место под солнцем, осознаем свою власть, оно связано с накшатрой Макха. И дальше середина Льва — это творческий Лев, это театралы, это люди, которые играют разные роли, это любители азартных игр, они тоже относятся к Льву, любители золота. Ну, золото, солнечный знак, вот это золото можно и нужно носить королям, потому что короли все время, цари подчеркивали свою значимость через золото, через вот эту солнечную энергию, потому что солнечный металл. Вот. И еще есть одна часть, немножко там во Льве есть градусы Уттарабхалгуни, Накшатры, то есть Макха, Пурвабхалгуни, Уттарабхалгуни, то есть немножко разные Львы. В самом начале это Лев, властный, властелин, то есть это менеджеры, это люди, которые всегда завоевывают верховную позицию, это главнокомандующий, потом идут люди, которые заинтересованы в творческой жилке, вот проявить вот себя как-то через помпезность, через актерское мастерство, и потом идет лев, который уже успокаивается достаточно, уже готов к переходу в деву. Это та ступень, когда мы еще очень творческие, но уже умеем себя очень хорошо дисциплинировать внутри своего творческого процесса, это Уттарабхалгуни. Вот. И все эти качества, они вот постепенно вот в этом колесе, по мере эволюции, нами прорабатываются. У кого есть позиции во Льве, можете посмотреть, где они, в какой конкретно они накшатре, и сказать, что я сейчас, вот, как я вот это я формирую. То есть любой человек, у которого много Льва, он будет сталкиваться с тем, что другие подавляют его эго. Ну, это всегда так, да, что другие как будто бы не дают ему самовыражаться в той степени, в которой он считает нужным, или в том русле, в котором он считает нужным. Это всегда, это проблематика любых львов. И если у вас асцендент, восходящий знак по льве, то это ваша проблематика. Все время думаете, что вы другие знаете, мешают, да? А другие мешают. И вот эта обособленность, она очень присуща льву. Если вы, у вас ребенок, который восходящий лев. То есть такой человек все время держится обособленно. Казалось бы, он должен быть общительный. Нет, но он общительный тогда, когда ему даруют царскую позицию. Тогда он начинает общаться. То есть если его посадить, скажем, вести передачу, он будет общаться. Да? Или как-то вот, да, сделать его главнокомандующим. И такому ребенку нужно давать обособленное место, чтобы он все время проверял свое эго на дееспособность, ну, насколько он реально может. Потому что такому человеку нужно отрабатывать умение быть лидером. То есть ты хочешь сказать, что этот человек не может сам найти как бы свое место, вот это вот под солнцем, свою лидерскую позицию. Ему нужно, чтобы его кто-то немножко подвинул, подставил так. Нет.
Это зависит от того, где солнце находится. Если солнце, скажем, в Деве, да? Да, да, да. Да. Ну, скажем, как в таком случае, в вашем случае, то получается, что да, тогда вот вы чувствуете точно свою позицию льва, да, вот что соотнести энергию лидерства с энергией служения, она вот как бы ее сразу, сразу бок о бок, вот эти две энергии, потому что само солнце, оно выражается через энергию служения. И такой лев вполне допускает, что его могут направлять и ему давать определенные задачи. Потому что уже под задачей у нас уже дева знак, следующий приспособлен. То есть дева, она очень хорошо выполняет разные такие мелкие задачи, задания, она ориентируется на других, на то, чтобы другим было хорошо. А лев, наоборот, что-то как бы мне комфортно в теле, вот в этом, на этом кресле, на троне сидеть, он вот в этом заинтересован. Поэтому в таком случае, да, могут другие подталкивать. Но чистый лев, его уже никто не подталкивает, он только через себя идет, да, через свои желания. А если, ну, это все, у львов всегда есть проблематика с отцом какая-то, потому что солнце управляет Львом, и солнце — это показатель отца в гороскопе. Если слабое солнце, с отцом конфликт. Отец мог подавлять эго. И человеку уже потом приходится уже своими какими-то, через уже комплексы, обходя свои собственные комплексы, достигать этой властной позиции. Угу. И падать с нее регулярно, с этой властной позиции. Это неизбежно все время, потому что главная задача или какая-то отработка, что мы прорабатываем через знак Льва, что с позиции власти нужно служить, да, что с позиции власти — это не просто власть, это, прежде всего, дисциплина, ответственность и покровительство другим людям. И очень важно брать ответственность за других, как отец берет ответственность за всех в семействе, так и любому Льву важно взять ответственность там, за учеников, за слушателей, за кого угодно, то есть вот так. Поговорим немножко о соответствии, какой знак зодиака более благоприятен в партнерстве для львов. В партнерстве для львов. Это сложный вопрос, потому что львы очень сложно строят партнерские отношения. Любые партнерские отношения их подавляют. И я вот когда сегодня пролистывала френд-ленту, увидела такое интересное выражение про женщину, у которой ярко выражен лев. Такое шуточное выражение, что каждая женщина сама по себе уникальна. Но если она чересчур уникальна, то она сама по себе. Да. То есть они уникальны, они все время чувствуют это внутри свою уникальность. И тут два варианта: либо мы ее подавляем и строим партнерские отношения, либо мы находим такого партнера, то есть это уже в зрелом возрасте, возможно, полностью принимая свою царственность, такого партнера встретить, который тоже признает свободу на творчество вот у этой женщины, свободу на любое самовыражение. И сейчас подумаю, какие знаки бы более-менее подходили. Дело в том, что есть знаки, которые партнер задавит. Ну вот льву, мужчине хорошо искать партнера, да, партнершу, потому что это мужская изначальная энергия, солнечная. И если у него есть женщина, которая принимает его как источник солнечной энергии, то в принципе, ну, это достижимо с любым знаком. Ну, с девой достижимо, там, с рыбами, сложнее всего с рыбами, потому что это восьмой знак от льва, и в рыбах трансформируется качество льва. Каким образом? Лев — это развитие эго, а в рыбах эго растворяется. И такие люди сложно идут на контакт, потому что один пытается говорить «я», а другой говорит: «да какой я? Я вообще не существует. Я — это то, что мы теряем». Иллюзия. Да, иллюзия. То есть, и такой человек может уплывать, и ну, рыбы не дисциплинированы. То есть им не нужно этого, того, что нужно льву. И у них плохая совместимость, поэтому льва и рыб.
А так, если мужчина-лев устраивает отношения с любой женщиной, она признает его царственность и его эгоцентризм, и его вот эти замашки царские, что является негативными качествами льва, то тогда нормально. А вот если женщина-лев устраивает отношения с мужчиной, то здесь два варианта. Либо она выбирает себе слабого, что тоже никаким отношениям продолжительным не ведет и женщину счастливой не делает. Либо она подавляет свое творчество, творческое начало и свои вот эти импульсы львиные. Ну, часто женщина через такое проходит. А потом уже, через какое-то время, приняв свою природу, вот для таких женщин вот эти все ведические законы, которые часто говорят, женщина должна, там, то-то, не существует. Они не работают, потому что внутри у женщины есть определенное достоинство и понятие уже о том, что она должна. Вот льву говорить, что он должен, вообще смысла нет. А когда лев понимает себя, он сам знает, что он должен. То есть он, это идет изнутри, как моя личная воля, да, вот так. А не так, что тебе со стороны навязывают и говорят. И вот проблема женщин, они могут притворяться такими овечками, но потом это все равно все выходит наружу, и хорошего из этого не получается. Но это опыт, да, опыт. И я думаю, в зрелом возрасте возможно длительное партнерство какое-то, конечно. Но женщины-руководители все-таки, у которых много льва, либо женщины-актрисы. Да, вот на сцене. У них тоже не складываются длительные партнерские отношения, потому что они в себе. Да, вот они, что там партнеры? Они приходят, уходят. Да. А жизнь продолжается. А жизнь продолжается, и мое я развивается. Хорошо. А территориально, да? Где у нас лев больше выражен? Если мы хотим напитаться энергией льва, куда нам нужно пойти? В театр. Театр. Да, в театр. Меня все время тянет в театр. Да, можно поехать в столичный город, где есть правительственные здания, где ценятся заслуги государства, где есть исторические музеи. Вот, кстати, лев очень ценит истоки, потому что через истоки, через вот этих прародителей, он понимает, кто он есть. Потому что наше «я», наше эго, «я», вообще наша личность, очень сильно зависит от того, что наработал наш род в целом. И вот эти родовые вещи, это все в интересах льва. Вот это родовая наследственность, геральдика, это вот львиные такие темы. Та же генетика, она тоже соотносится со знаком льва. То есть когда мы пытаемся понять через гены, через генеалогию, как мы доходим, что нас привело сюда, в этот мир, в эту нашу личность. Поэтому библиотеки, где есть древние знания всякие разнообразные, там архивы, это тоже связано с энергией льва, там она повышается. Через историю мы обретаем как будто это достоинство. Любая страна должна чтить своих героев, свою историю, потому что это достоинство передается по наследству, это проработка льва. Дальше, где еще лев встречается? Государственные структуры, библиотеки, музеи. Там, где есть вот важные правительственные здания, типа Капитолий, типа там Мавзолей. Белый дом. Белый дом, Кремль, да. Красная площадь. Там достаточно льва. Исторический музей, опять-таки, там же. Потом пышные мероприятия. Пышные мероприятия, свадьбы в том числе, там тоже. А вот лев, он тоже связан с вот этой свадебной, потому что через свадьбу мы заключаем союз между двумя кланами. То есть два человека осознали, кто они уже выросли, у них две личности, и эти две личности хотят соединиться, чтобы продолжить род. Вот это тоже про льва. Поэтому свадьба — это, если вы еще ни разу не были на свадьбе, например, я ни разу в жизни не была на свадьбе. Правда. При своем... Ну, на своей же была. ...огромном количестве льва вообще в карте. Вот это я для себя подумала. Да, так сложилось. И у меня у самой свадьбы никогда не было. А, вот.
Несмотря на несколько браков. Тоже бывает такое. Тоже могут свадебные мероприятия, это тоже энергетика льва. Любая пышная церемония, церемония награждения, киностудии, где снимают фильмы, это тоже лев. Ну, наверное, все. Наверное, все. Льва смотреть, да. Медитировать на этот образ. Кстати, проблемы с детьми у львов. Почему? Потому что лев, вот мы помедитируем на образ льва, он убивает свое потомство. И даже самка защищает от льва своих детенышей. Самка льва имеется в виду от самца. Он настолько, потому что в нем настолько вот это сильно, сильно эго, что он даже не приемлет свое потомство. И когда у человека много льва в карте, сложно общаться с детьми, потому что дети самые большие эгоисты в этом мире, да? Ну, когда мы их растим. Особенно маленькие, да? Особенно маленькие, да. И вот если нет энергии служения, а есть одна энергия льва, вот деве нормально обращаться с детьми, а лев, он детей порождает, с одной стороны, но с другой стороны тут же от них отстраняется. И бывают такие конфликты с детьми. Еще можно считать детьми наши любые произведения творческие, то есть как бы наши детища в таком общем смысле. То есть они тоже относятся к знаку льва, вот это вот вроде породил, но и одновременно вступаешь сразу же в конфликт со своим рождением, потому что идет дальше творческий процесс. И по идее, вот когда мы родили ребенка, мы должны перейти в знак девы по эволюции. А дева — это кропотливый труд, работа, памперсы, там и так далее. Пеленки, распашонки, да? Распашонки. Да, горшки. Это шестой дом, связанный с рутинными трудностями. Шестой дом зодиака и шестой знак зодиака — это рутина. Да, ну а если у человека в карте много льва, возникает конфликт, как так? Я хочу дальше творить, а тут дети родились. Ну вот, и вот такое вот может быть неприятие. И как говорят, у кого сильное солнце, особенно во льве, часто рождается там мало детей. То есть один-два ребенка и обычно мальчики, сыновья. Есть такое поверье на астрологической практике. Ясно. Ну, наверное, мы обо всем поговорили, да? Мы не поговорили о местах в плане какие страны и города могут дать эту энергетику льва. Ну, кроме того, что любая столица может дать эту энергетику, можно найти, скажем, в Риме. Вот Рим считается очень львиным городом. Вот везде, где есть, там, наверное, же изображение львов, и я бы сказала, что Санкт-Петербург тоже, то есть где вот есть вот эта царственность, там можно почерпнуть. В Америке прочитала, что под львом управляется Филадельфия. Ну, я так предполагаю, что потому что оттуда все и начиналось, и там вот это вот зарождалась государственность, и Филадельфия, именно там были подписаны важные государственные документы. Помню, я там входила в какой-то музей и сидела, там такой еще правитель на скамеечке сидит, Бенджамин Франклин, по-моему, там сидит. Да. Вот, Филадельфия находится под покровительством льва, львиный город в Америке. Рим, Прага тоже, Прага, пишут, львиный. Интересно. Ну, наверное, надо съездить. Я была в Филадельфии только один раз, когда сын заканчивал свое MBA, он делал, то есть это мастер в бизнес администрации, вот такой вот degree, и когда у него было... Да, там чувствовалось, да, я вот сейчас вот как бы вспоминаю, что-то есть. Но, правда, это место было больше студенческое. Да, кстати, профессия Master of Business Administration связана со львом. Это львиная профессия. То есть мастер администрирования в бизнесе, специалист, это львиные специальности, то есть возглавлять что-либо, управлять процессами. Ну да, к сожалению, после того, как он получил это все, через год он потерял работу, вот сейчас как раз на стадии
стадии поисков немножко, но неважно, это не, к этому к делу не относится. Да, но мы можем это развить. Это, да, мы можем сказать, что для львов, я не знаю, кто сын, конечно, просто для львов, раз уж пришлось к слову. Не думаю, он, что он лев. Да, очень полезна независимая деятельность. То есть они, им устраиваться, если на работу, только в какое-то высшее управленческое звено, ну, либо в исторический музей, если там макхи много, то есть, но они очень любят индивидуальные занятия, то есть сами себя дисциплинируют и как-то фрилансерами работают, что ли. Да, то есть да. Свободные контракты, работают, да, по контрактам, да. Вот так бы по-русски будет правильно сказать. Можно сказать по контрактам, да, или да. Что-то свое начинает, свой бизнес. И мы еще не сказали про... Наверное, мы все время говорим о частях тела, связанных со знаками. Да. Да? И мы начинаем все время с овна, повторяем, что овен – это голова, телец – это лицо и шея, близнецы – это плечи, руки, рак – это грудная клетка, грудь и лев. Ниже получается диафрагма и солнечное сцепление. То есть вот это вот переход ганданта. Это переход между диафрагмой и солнечным сплетением. И как раз-таки диафрагма очень многим управляет в человеке. Говорят, что когда мы много едим, наполняем вот этот львиный центр едой, мы опускаемся на нижний уровень существования. И нам надо обратно подниматься. Вот легкая пища, она стимулирует льва, скажем, к работе. То есть чем... То есть питаться, если мы питаемся правильно и немного не переедая, то вот этот центр, где диафрагма находится, он не опускается, он, наоборот, поднимается вибрациями нашей там, личности уже вверх. И мы от этого только сильнее становимся, крепчает наша личность и вот солнечные качества. Ну, на самом деле, правда, это третья чакра, которая отвечает за нашу личность, как мы чувствуем себя в этом теле, да? Да. Ну и характерно, если мы не используем, кстати, вот если женщина не пользуется своей львиной энергией, то она переедает, она забивает это место, особенно если лев приходится, скажем, там даже на четвертый дом, на пятый дом гороскопа, то есть он не выражает творческий потенциал, накапливается он там застой энергии, и вот эта обильная пища, ну эта женщина ест тогда, женщина-лев ест, сразу могу сказать, тогда, когда забиваются ее творческие импульсы и ее личность, вот, которую она хочет здесь развить, занять это место под солнцем. Ну, все ясно. Дорогие женщины, не ешьте много, ешьте правильно. Дорогие женщины, у которых сильно проявлен лев в гороскопе, не бойтесь быть не такими, как все, и знайте свою особенность, что ну, когда мы проходим вот этот опыт, все равно не получится притвориться кем-то другим, как бы мы не читали эти ведические наставления, что женщина должна там, не отбрасывать тени, то есть не верьте. Я согласна, абсолютно согласна, да. Спасибо большое, Аня. На этой веселой ноте, я думаю, что мы сегодняшнюю передачу закончим. Вот. И, конечно же, как всегда, все записи у нас на YouTube, на Фейсбуке. И задавайте, пожалуйста, вопросы. Аня у нас совершенно замечательно отвечает сразу на все вопросы. Без подготовки. Да. Ну и до следующей встречи, о следующем, скорее всего, знаке зодиака, это будет Дева. И услышимся, увидимся, пишите нам, спрашивайте, и всегда рады, мы всегда рады. И спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо большое за внимание. Всего хорошего. Спасибо, Аня. Всего доброго. Спокойной ночи. Спокойной ночи.